Выход на заслуженный отдых или, проще говоря, на пенсию в наступившем новом году предстоит многим жителям Артемовского района. Как известно, по общеустановленным правилам, женщины выходят в возрасте 55 лет, мужчины – в 60. Но в ожидании сего значимого события в жизни каждый будущий пенсионер должен заблаговременно побеспокоиться об оформлении этой самой пенсии. Важной задачей, которую перед нами ставит пенсионный фонд, это своевременное назначение пенсии. Срок установлен для назначения пенсии 10 дней. То есть со дня рождения в течение 10 дней, как гражданин нам написал заявление, мы должны назначить эту пенсию. Для того, чтобы нам своевременно, быстро и качественно назначить пенсию, документы нужно проверять заранее. Надо сказать, что нюансов при назначении пенсии может возникнуть множество. Поэтому все категории застрахованных лиц, кому в ближайшее время предстоит выход на заслуженный отдых, в том числе и те, кто выходит на пенсию досрочно, необходимо за 4-5 месяцев до наступления установленного законом пенсионного возраста обратиться в пенсионный фонд. Особенно хочу обратить внимание тех граждан, которые не постоянно проживали в городе Артемовском, а откуда-то к нам приехали. Сейчас очень много к нам обращается граждан, которые прибыли из стран ближнего зарубежья. Документы по таким гражданам подготовить к пенсии своевременно не всегда получается. Приходится делать очень много запросов по заработной плате, по стажу. Бывают исправления в трудовых книжках, фамилия, имя, отчество исправлены, год рождения, дата. Все вот эти нюансы приходится выяснять, делать очень много запросов в разные города по Российской Федерации. И не всегда в короткие сроки приходят ответы, потому что запросы все-таки почтовая пересылка занимает достаточно много времени. Люди работают где-то, предприятие расположено не на территории Артемовского района. Пожалуйста, если удобно, можете обратиться к нам, позвонить по телефону, и чтобы нам предварительно освободить определенный день, определенное время, мы, конечно, людям пойдем навстречу, потому что не у всех есть возможность каждый день в любое время к нам подойти. Телефон наш для справок 212-60. Если что-то, какие-то вопросы будут возникать, пожалуйста, обращайтесь.